семинары очень важны для обмена опытом. Я очень рада видеть, что в этом году присутствует очень много представителей разных клубов. И в этом году их больше, чем в прошлом. Это тоже очень отрадно. И это важно для того, чтобы повысить осведомленность о различных мероприятиях, которые могут быть проведены в клубах для привлечения большей аудитории болельщиков с инвалидностью. Важно отметить то, что в прошлом году мы провели подобный семинар для сотрудников по работе с болельщиками с инвалидностью. И затем, конечно же, мы первое, что приходит в голову в 2016 году, это чемпионат мира. Это, конечно, отрадно и очень приятно то, что этот чемпионат был признан лучшим и самым доступным за всю историю проведения этого турнира. И поэтому у нас осталось достойное наследие, и мы должны это оберегать и продвигать другие города. Три года назад мы еще были в региональной лиге, не выступали в Европе. Однако сейчас Хоффенхайм прогрессирует. Мы уже выступаем в Бундеслиге и в Лиге чемпионов. И нам интересно встречаться с КАФА. Здорово, что есть контакт, в том числе международный. Есть возможность получать информацию от Ливерпуля, Манчестер-Сити, Лиона. Надеюсь, что и я в том числе передаю наш опыт другим людям, рассказывая про нашу инфраструктуру. Мы обмениваемся фотографиями и создаем идеи. Планируем мероприятия для людей не только с инвалидностью, но и для обычных фанатов. Во-первых, хочется сказать, что у нас есть инфраструктура, позволяющая использовать ее на полную мощность. Во-вторых, лично я подчеркнул, что нужно более тесно общаться с обществом инвалидов, социальных групп, которые имеют проблемы с доступом на стадион. И я думаю, что мы будем двигаться в этом ключе. Данный семинар дает опыт и хорошую мотивацию для дальнейших действий.